Всем привет, это Мэп, его ведущий. В общем, это интервью с Мизулиной, студентом с Урала. Интересная штука, знаете, меня вот поражает всю жизнь, сколько вот взрослые женщины самоутверждаются за счет маленьких мальчиков. Вот эта вся ситуация мне напомнила, когда учились в школе. А учительница тоже так же пыталась нас всех примкнуть, замкнуть, за пояс засунуть и унизить. И вот, знаете, прошло вот порядка 25, наверное, лет, и я смотрю, ситуация повторяется только уже на уровне, так сказать, чиновников. А вы как думаете, когда эта вся ерунда прекратится и взрослые леди поумнеют?